И всем привет, с вами Age of Sin. Мы продолжаем играть в игру Властелин Колец Онлайн. На повестке дня у нас забраться к разбойникам и тырить у них дрожжи. Как бы это смешно не звучало. Но дрожжей у нас нет. Так что вот такие вот дела. Попробуем утырить. Так, параллельно будем убивать все, что движется. Малый орел наносит сокрушительный удар. Ладно. 41 уровень. Ты здесь вообще прям по месту. Так. Интересно на самом деле, потому что я до судна не доходил. Ладно. Если я запомню, будет хорошо, что есть такой квест. Если у меня подозрение, что это вряд ли запомню. Кого-то надо спасти, видимо. Стреляет, ё-моё. Один вообще убежал куда-то. Чё удумал, обойти меня сзади. Давайте попробуем. Ого. Обе косые такие, капец. Главарь. Аюшки. На тебе сразу же помощнее что-нибудь. Так, новое деяние. Убийство разбойников. Получено прозвище Друг Ширских Стражей. Деяние завершено, марки, ну, в общем, все как всегда. Так, и давайте, знаете что, давайте все-таки пройдем до конца. Мне почему-то кажется, что там что-то, возможно, дельное будет. Я, конечно, ошибаюсь, но вдруг, чем черт не шутит. Классно, вот это сейчас классно шарахнул. Всех и насмерть. Ай. Зазубренной стрелой. Не, было бы еще самое классное, если бы это умение урон увеличился в зависимости от количества врагов. То есть, чем больше врагов рядом, тем больше урон наносится. Тогда было вообще круто. Ой. Напугал-то, а. Полуорки. Ладно, тороплюсь уже. Дух захабства мной овладел. Убить всех, убить всех, убить всех называется. Даже полуорки есть. Интересно. Орк-вожак. Все как бы. О-о-о-о. Моя! Моя! Как в этом. Ходячие мертвецы. Один из братьев присоединился к другой группе, где основное правило было, кто первый сказал моё, того и тапки. Вот Властелин Колец, кстати, примерно из того, из той же серии. Кто первый по разбойнику ударил, тот его... Тот дроп с него и снимает. Ну, это на самом деле правильно, потому что я вот сколько помню... Опять же, тот же Lineage берем, да? Но это все-таки уже ММО старого. Старой закалки. Старого типа. Там было как раз такое, что... По-моему, кто последний удар наносит, что ли? Или кто больше урона нанесет? В общем, один из этих двух вариантов. Какой именно вариант, я не помню. Но один из этих двух, потому что я помню, что можно было легко
Если ты сильнее, больше дамажишь, то переагрить там, либо получить весь лут можно было без проблем. Ну и помимо этого, весь лут падал на пол, что тоже создавало определенную нагрузку на сервер. Не знаю, почему в то время этим не задавались. Особенно когда там качались какие-нибудь маги на одном поле, на одной поляне, несколько часов подряд. И там просто до хера всего валялось. Да, через 5 минут это все пропадало, но, блин, оно же все равно лежало. На серваке все эти записи были о том, что здесь лежит то-то, здесь лежит то-то. Ну, и вот дела. Тем временем мы как-то быстро за 5 минут прошли. Он на самом деле там помог. Персонаж Хранитель Мудрости. Я просто не запомнил, как у него ник был. Но частично он нам путь расчистил. Я прямо хочу добить вот все-все-все квесты, которые есть. Вообще в каждой локе буду стараться именно добивать все квесты, которые есть, а там уже как получится. Соответственно, я буду 20 уровнем еще, наверное, целый сезон точно. Потому что я планирую следующую область пойти в Редлуин, во врата Торина, и там, собственно, обосноваться. Пройдем квесты домов, потом у эльфов. У эльфов мне что-то не знаю, мне что-то никогда не нравились. У эльфов квесты, черт его знает. Мне просто эльфы не очень нравятся. Вот. Так что вначале к гномам, потом к эльфам, а потом к людям. Потом, я думаю, уже никто смотреть это не будет. В общем, посмотрим, что будет потом. Серии будет дохера, это точно. Так, это мне точно не надо. Наплечники. Оно мне тоже не надо. Поножни мне точно не надо. Что же мне взять? Хочу подороже. 1.48. А, да, извините, я что-то квест не прочитал. Знаешь, не стоит докладывать об этом дурачке шерифам, но хотел бы я знать, что это за головня и почему он решил так жестоко надо мной подшутить. Ты же не думаешь, что это Лотта? Нет. Но сейчас уже ничего не докажешь, конечно, но если Лотта хочет купить мою ферму, ему долго ждать придется. Вот что я тебе скажу. Меня с моей земли не сгонишь всякими гнусными шуточками. Пусть так и знает. Сердечно тебя благодарю за помощь. Кажется, тебе удалось уберечь меня от большой глупости. Пожалуйста, прими эту награду. Спасибочки. Все? Все. Это хорошо. Это очень хорошо. Теперь нам надо в Затон. Поехали. А, дрожжи. Блин, я только сейчас вот подумал, это дрожжи ехали из Бри в Затон. Соответственно, а разбойники уперли эти дрожжи аж до самого лесного чертога. Вот им заняться-то было нечем, я вот о чем хотел сказать. Капец. У меня только сейчас дошло, что они такой круголя херачили. Огромный. Поделался разбойники, мозгов нет, все как всегда. Опыта я, кстати, как я говорил, нашел камень, который останавливает опыт, а также я нашел эмблему, которая до 75 уровня увеличивает на 25% весь приходящий опыт и
награду за сбор всяких ресурсов. 25% это четверть. Если я получаю 20, то так, ну, с рябины, то так получу 25. Да. Ну, на фермере это может казаться очень хорошо, потому что фермер раскачивать вот таким образом очень быстро. Очень-очень. И опять тут два квеста почему-то. Ого. Каких больше ночных выездов? Слишком много вокруг волков. Хорошо, молодец. Запомнил. Что за славный О, да. Дед? Это же дрожжи. И испортиться не успели. Славно. Вот, спасибо. Дареная всековина. Путация. Еще. Теперь я... Диагол ширский пивовар. Да ладно. Я... То есть мне надо было просто... Мне надо было, значит, просто во всех тавернах выполнить квесты, и тогда у меня получится прозвище «Ширский пивовар». Нравится. Давайте вот так вот будем. Не надо, завершено деяние, все знаки отличия. Всековинное общество. Давайте глянем, что у нас со всековинным обществом. Репутация знакомой. Еще... Пища... с копейками. Давайте проапгрейдимся. Будем уже не знакомым, а другом. Осталось тоже все. Ну давай уже. О. Друг. 25 тысяч еще нам надо. Да хренища. Давайте глянем, что нам дали. Марки десятка. Получено прозвище коллекционер всековин. Теперь у меня всековинное общество. Скидка в конюшнях. Всековинное общество. То есть, по сути, скидка в шире. 10%. Новое деяние. 10%. Там один серебряный, блин, 90 медиков в итоге будет. Вообще скидка такая. Всековинное общество. Скидка у торговцев. Вот. И везде у меня теперь скидка будет 5% на покупку. Тоже. А, вот, Мэтт Лапитуб квест. Что-то я его не заметил. Страж границ, ты уж не держи обиды, совсем перестали справляться со своими делами, и мы собрали свой маленький отряд, называется он, Вольный дозор. Мы расследуем всякие странные происшествия. Взять хотя бы черного всадника, которого тут рядом видели. Или чужаков, что сейчас в Шир прибыли, но вот беда. Пропала одна хабитянка из наших. Виолетта Накрученца, она решила проверить слухи о чужаках на юге болотиш. Да так и не вернулась, и я уже беспокоюсь. Может быть, ты сходишь и поищешь ее? Я, пожалуй, даже знаю, где этот Накрученц, находится. А, подождите, болотище? Тогда нет, я потому что думал, что это та самая... Обетянка, которую мы видели. Так. А, это если я союзником буду, то есть следующее прозвище союзник, уже не друг, а союзник. Тогда мне будет уже скидка. Пока нет. Давайте побежим. Поглядим. Как-то странная серия получается, на самом деле. Пишу на 60 кадров, и некоторые серии получаются по 20 гигов, а некоторые по 30, 35. От чего зависит, понять не могу. Кручу камеру, вроде везде одинаково. Так. Это что? Это болотище. Ага, бобовая делянка. Тут мы были. Вольный дозор. Виолетта Накрученц? Да, верно. Сказал ей то, что скажу сейчас и тебе, и что должен был уж несколько дней, как сообщить стражам границ. Вари, у меня голова получше. Шир, чуть к западу отсюда, пришли какие-то темные люди, разбойники. Уж точно, Хэмми, сын мой, тебе побольше о них расскажет. Нам бы обоим хотелось, чтобы убрались они из Шира подалее. Говорил я твоей... Говорил этой девчушке в лагерь разбойников, нос не следует. Нос не след. Но, судя... Нос совать не след.
дуэт. Но, судя по словам твоим, меня она не послушалась. Надо было мне рассказать какую-нибудь кому-нибудь о разбойниках. Но кто же знал? А Блин, ну-ка, стой, спотыкаюсь на надо каждом мне слове. Жуть поговорить. какая. А, теперь я понял. Нормально волк прошел. А, это собака с кличкой Волк. А, теперь я понял. Виолетта Хобитянка, молодая, пошла, должно быть, к разбойникам одна. А я-то и предупредить ее не сообразил. Думал, ведь хватит ей осторожности, вернется она в Затон и расскажет всем. А Мэтла Петуп созовет стражи с разбойниками и справится. Лагерь чужаков-разбойников, чую я, до воров всяких, отсюда недалеко, к западу, впереди брод, на вершине водопада. Теперь уж некогда ждать помощи от шерифов. Ты лучше поскорее к разбойникам отправляйся. Отправляйся, как бы с Виолеттой ничего не случилось. Ой, еще один квест Хэмми. День добрый, мне бы перекинуться От с тобой этих чужаков словечком. столько ли напасти, я почти уверен, что они крадут еду с окрестных ферм. Но настоящие беды еще впереди. Виолетта должно быть в той стороне и сгинула. Сходи-ка ты к чужакам, может они послушают тебя и уйдут туда, откуда пришли. Эти чужаки воры и разбойники. Помяни мое слово, разбили лагерь к западу отсюда, в тесных холмах, на юге от водопада. Реку можно перейти как раз там, где поток срывается со скалы. Хоть это, конечно, и опасно. Ну вот, как я и говорил, тот самый квест. Опять я. Опять я в месте, где проводится праздник. Сейчас мы его покинем. И, соответственно, у нас появится карта, да? Еще. Я уже убежал с болотища, ну алло. Так, ну, в общем, нам опять туда же. Будем восстанавливать мир. По бетоне, блин. Шире. Сказал Хабитон и задумался. Вроде Хабитон — это название города. Так, ну нам в любом случае надо убить 12 разбойников. Но я убью 12 разбойников на запись. И потом уйду на паузу, дабы набить остальных, чтобы у меня было ровным счетом 60. Вы уж это созерцать не будете. Я буду время-то терять, смотреть. У нас основная цель — это квесты. Всякие набивания — это уже мое. Буду тихонечко набивать за кадром. Вам показывать уже итог. Собственно, мы и набили эти 12 штук, пока добежали. Прикольно. Эту накрученность удерживает силой. Заметили, да? Прямо стоит такой на входе разбойник и говорит, никуда ты, говорит, не выйдешь. Все. Ах, чего ты ты подлу... хочешь? Ой, да не ты. Ой, да ты не из разбойников. Вот счастье-то, прошу. Помоги мне отсюда выбраться. Хватит с меня разбойничьего гостеприимства. Иди. Там никого нет, свободно. Спасибо, без тебя не видать бы мне свободно. Ну что, надо выбираться отсюда. Давай, беги, там никого нету. Не умею ходить пешком, беги. Медленно. Может, сама добежишь? Или мне тебя вести прям надо? Ой. На хвост наступил собаки. Она еще и драться лезет. Ну, женщина, давай уже беги домой. Тебя наверняка кто-нибудь ждет. Я уж тут как-нибудь без тебя разберусь. Ну, все. Опа. Все,
Спасибо, побегу я домой, а ты расскажи Мэтту, что я жива, здорова. Хорошо, расскажу. Так, ну что, я пока ухожу на паузу и начинаю набивать оставшихся 22 разбойника. Все, как набью, увидимся. И вот оно, разбойники закончились. Да, кстати, бывает все-таки дельное падает. Вот золотое кольцо проворства есть. 4 к ловкости. Весьма... Эй. А, пардоньте. Действительно. Что я хочу, оно у меня лежит невостребованных. Что у нас тут есть? Стойкость оставим. Сила нафиг. Убиваем. Да. Тут у нас тоже, по-моему, ловкость, да? 3 к ловкости. Вообще охренеть, да? Ладно, вот это вот как напал, я не понял. Вообще серый он должен ко мне относиться. Фиолетово абсолютно. Так, и мне надо запас энергии убрать. Убираем. Ставим. Кроме того, у меня еще и выпал щит. Очень нужная вещь. Для защитника, не для меня, но и нужная в кавычках, естественно. Даже ему она, я думаю, не нужна будет. Слишком не очень. Так, ладно. Поедемте дальше. Забрали, все забрали. У нас 10 марок еще взяли, еще деяния закончились. В общем, все отлично. Ну что, путь у нас остался один. На болотище. Дать эти квесты. Два. И потом в следующей серии пойдем мочить варга таки. А то у меня этот квест уже висит, не знаю сколько. Помимо этого... Что-то нам там надо было для этого. Для фейерверков, я уже не помню ничего. Родней. Анар, гном-торговец Анар. А, выгульное ушко. Ну, тогда, может быть, и скатаемся в следующей серии выгульное ушко. Оно как раз находится жутко далеко. Да какая разница, я все равно на паузу поставлю. Что вас там мучает? Смотрели эти переезды. Как поживаешь? Так, жаль, что нынешние хоббиты так неохотно идут в стражи границ. Как Кабышир. Стригли как следует, разбойники бы сюда и носа не сунули. На, держи несколько монет за труды. Блин, ты слабая настойка, дарю на все коин. Спасибо. Это в беде, я как же рад. Наконец это слышать. Не стоило мне отпускать ее. Вот такое место. Окей. Опять. Лапитуп у нас стоит в затоне. Сейчас в затон надо добежать. Я почему-то думал, что здесь дача двух квестов. Казалось, фиг там. Второй квест дается в затоне. Ковину используем сразу. Так, кстати, ради интереса можно в следующей серии попытаться во Всековень зайти. Всековень, даже не знаю, как правильно ударение ставить. Всековина, да. Общество. Всековинное. Всековень. Ладно, не важно. Короче, забейте, называйте как хотите, все равно всем будет понятно. Шесть галет. Это? О, как хорошо, что Виолетта спасена. Знай я, что она пойдет к разбойникам в болотище одна. Ничего бы я рассказывать не стал. Что же, благодаря твоей отваге, она цела и невредима. Прошу, прими от меня вот эту скромную награду. На самом деле, награда хорошая. Далеко не скромная. Что? Спасибочки.
Так, ну что, а на этом мы завершим серию. С вами был Вейч Сусин. Это была игра Властелин колец онлайн. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.